Вот она пробка на Алеутской, 20 минут спускаемся с Уткинской, просвета не видать. Коллапс какой-то, полностью до вокзала. Наверное, быстрее придется дойти пешком до работы. Это сейчас так и сделаем. Самый надежный способ пройти пешком по улицам, добраться до работы, по сравнению с теми пробками, которые здесь стоят, наверное, единственный верный выход для центра города. На данном этапе. Пробки ужасные.